אנחנו נקרא מספר בראשית 31, פסוקים 6 עד 13. Сегодня мы зачитаем книгу Бытие, 31 глава, 6 по 13 стихи. Берешит, Шлюшим Вайхат, Псуким Шеш, от Шлошестра. Витейна я детен, ки бехол кухи авадити эт авихен, у авихен итилби, והחליף את משכורתי עשרות מונים, ולא נתנו אלוהים לרעה עמדי. אם כה יאמר, ניקודים יהיה שכרך, וילדו כל הצאן ניקודים, ואם כה אמור, עקודים יהיו שכרך, וילדו כל הצאן עקודים. ויצל אלוהים את מקנה אביכם, ויתן לי, ויהיה בעת יחם הצאן, וישא עיני ויראה בחלום, והנה עתידים עולים על הצאן עקודים, ניקודים וברודים. ואמור אליי מלאך אלוהים בחלום, יעקב, ואמור הנני. ויאמר שנא עיניך, וראה כל העתידים העולים על הצאן, עקודים ניקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנוכי האל, בית אל אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, את הקום. צא מן הארץ הזאת ושוב אל הארץ מולדתך. אמן. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 принимал награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, персты будут тебе в награду, то скот весь и родил перстых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы, поднявшиеся на скот, перстые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: «Яков». Я сказал: «Вот я». Он сказал: «Возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, перстые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлиял елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Амен. Амен. Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Кола парашат шаво некрет ваяце. Вся парашат Шавуа называется «Ваяце» и выйдет. И сегодняшняя наша тема – это схема «Без Бога она не будет работать». У нас здесь есть очень интересная история. И я хотел вначале сказать то, что очень часто сравнивают Иакова и Лавана в обмане. Оше умрим Лаван, зе зашу онеш ле Яков, а ла шекер шело баавар.
Или говорят, что Лаван это какая-то, на какое-то наказание за то, что Иаков обманул до этого своего отца. Они хушев, что зот диаш гуя. Я думаю, что это неправильное или ошибочное мнение. Вецурата махшева казот яхула леави это нашим ле ашваот лонехонот. И такое мнение может привести людей в неправильные сравнения. Шель шне нашим им каванот шонот. Что два разных человека с разными намерениями. В рамот шонот гам. И разными уровнями. Кодем кол ифша ляшвот эт Яков ве Лаван. В первую очередь нельзя сравнивать Иакова и Лавана. Кен ки аюлаем айтулаем каванот шонот. Потому что у них были разные намерения. В матарот шонот бехаим. И разные цели в жизни. Яков ухипес эт Элоим. Яков искал Бога. Лаван ло хипес эт Элоим. Лаван не искал Бога. Давар шени, катув ше Элоим ая им Яков. Во-вторых, написано, что Бог, он был с Яковом. Ве им Лаван у ло ая, ве у мохиях ото. И с Лаваном он не был, и он также обличал его. Акшав, дерех халом Элоим марэ ле Яков. И также через сон Господь показывает Якову. Стратегия ошита, стратегию, схему. Или схему, эх ляхпил этот сон, как увеличить стадо, им сук шель акудим ве никудим, с перстами и в крапинку вид, видами. Нахон. בעצם זה המשכורת שהיה צריך להיות שלו, השכר שהיה צריך מגיע לו. Это, в принципе, та зарплата, которую он должен был получить от Лавана. אבל בפרק הקודם אנחנו קוראים שלבן, הוא שולח את כל הצון כזה רחוק עם הבנים שלו. Но в прошлой главе мы можем прочитать, что Лаван посылает все это стадо именно вот с такими видами далеко со своими сынами. И несмотря на это, Элоим нотен ле Яков асук им акудим ве никудим дерех цон дерех суга рагил. Бог все равно дает Иакову пятнистых и с вкрапинку вид даже через обычных животных, у которых не было этого. Ма щита. Это щита это. И в чем здесь как бы схема или... Улюкех макот. Маклот. Что маклот делает Иаков? То есть он берет прутья. Веосел там бецура мисуемет. И делает их определенным видом, образом. Это же домели сукшего я цех ликабель. Похожим на тот образ или вид, который он должен был получить от животных. Само там бы то хамаем. Он ставит их в воду, ложит их в воду. Лифне отцон, шеем аюмагиим. Перед глазами вот этого всего стада. Векше отцом яхем. И когда стада они зачинали. Эм аю юльдим это сук им акудим ве никудим. Они рождали вид именно с пятнистый и вкрапин. Акшав, еш ани шамат езешу лимуд шела мадаи хат, иш мадаи, шемазбир это шинуй багенетика. И есть, я слышал одно учение одного известного ученого, который объясняет генетику. Изменения в генетике. Изменения в генетике. Мы про это не будем говорить. А но то, что мы видим в тексте, что Элоим ая бадавар азе, велахен за итбарех, лахен уберех это тоца. Бог, он был во всем этом деле, и поэтому он тот, кто благословил все это. Акшав, мишу ая яхол ламот бецад, велеистакел ма Яков аса. И, возможно, кто-то мог стоять со стороны и смотреть все то, что делал Иаков. Вехашав, улай, яла, не хол, гам леатик эта шита азот, вы ляхпил эта цон шели. И, возможно, подумать, о, какая хорошая схема, я точно так же могу сделать в своей жизни и увеличить свое стадо. Вебехлал ло овда, ше уая мацлиях.
И вы знаете, это вообще не само собой понимающееся то, что он бы выиграл в этом. У него бы не получилось. Потому что мы видим, что Бог, он был с Иаковым. Акшав, шеанашим метеким это стратегия. И когда люди, они копируют какую-то стратегию в свою жизнь. Эх ляхпил ледугма этот сон бекейла. Ну, к примеру, как увеличить стадо в общине или общине. Метеким это шита эх ляфох мило маамин лебен адам маамин. Или копируют, как и обратить человека из неверующего в верующего. Но если Господь, Он не в этом, и Он не хочет работать через эту схему, ничего не получится, не будет результата. И это то же самое, когда строят электрическую систему. Вы сами арбе народ. И ставят очень много лампочек. Аваль им бетоха маарехет азот ло тие хашмаль ацмо. Но если внутри этой всей системы не будет электричества, זה לא יעבוד. То просто эти все лампочки не будут работать. ויש אנשים שאומרים, וואי, אני התחלתי עם 12 אנשים בקבוצות בית, וזה הכפיל לי 12 מיליון. Есть люди, которые говорят, я начал с 12 людьми в домашних группах, и это увеличило себя на 12 миллионов человек. И вот это та схема, которая работает, и так надо делать. Другие, возможно, попробовали, и у них не получилось. Сейчас я рассказываю правдивую историю, настоящую, которая была. И а другому человеку открылось то, что должно быть 5 человек внутри каждой домашней группы. И так он действовал, и увеличилась община. Ну да, единственное, может быть, не до конца правдивое в этой истории, это 12 миллионов человек. И второе, то, что, а другой попробовал и это, но у него не работает. עכשיו, אנחנו רואים לפי הטקסט, צריך כמו אצל יעקב לקבל את החזון שלך, את החזון שאלוהים פותח לך, כמו בחלון. И мы видим, что здесь по тексту нужно получить видение от Бога, как получил его Яков. והשיטה יכולה להיות שונה לגמרי. И это видение или эта схема, она может быть совсем по-другому. אפילו לא סטנדרטי לפעמים. И иногда даже нестандартное. Но если Бог будет работать в этом, то Он приведет к большому успеху. И в конце здесь есть очень интересный символ. И как здесь, к примеру, то, что Бог, конечно же, может обратить, как здесь у нас написано в тексте, из одного вида в другой, точно так же Он может обратить человека неверующего в верующего. И иногда и очень часто случается, что неверующий смотрит на верующего, когда тот стоит в воде живой. ושלא מאמין מתחיל לשתות את המים חיים האלו. И когда неверующий начинает пить эту живую воду. ומסתכל על דוגמה נכונה של מאמין. И смотрит на правильный пример верующего. כמו של דוגמה של המקלות, כן אמרנו? Как пример вот этих вот прутьев, о которых мы говорили с вами. יצא ממנו אדם חדש, הוא יהפוך להיות מאמין, אם אלוהים פועל בתוך כל זה, בוודאי. У него, из него выйдет новый человек, и он станет верующим, конечно же, если Господь во всем этом действует. Поэтому очень важно слушать Бога.
так как написано в 13 стихе. Беврит כתוב שאלוהים הוא האל של בית אל. Написано в иврите, что Бог, он Бог Вифиля, или Бог вот этого места, на котором явился он Яаков. אז מאוד חשוב להיות במקום איפה שאלוהים שולט ולא את האמביציות שלי. И очень важно быть в том месте, там, где Господь правит, а не чтобы мои амбиции правили мною. ואז אני אבין את החזון ואת הכיוון. И тогда я пойму видение и направление. שאלוהים יברך אותנו הבוקר הזה. Да благословит Господь нас этим утром. Амен. Амен. בוא נקום על הרגליים שלנו. Давайте встанем на наши ноги. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן.